В Актау состоялось открытие общественного фонда. Его деятельность будет направлена на поддержку многодетных матерей и детей с особыми потребностями. О подробностях расскажет мой коллега. Гулем Ажибаева – мать четырех детей. Ее 15-летний сын – особенный ребенок, которому необходим специальный уход. Духовную поддержку Гулем находит среди своих единомышленниц, в кругу которых она состоит более 10 лет. И сегодня она содействует работе фонда, организованного по инициативе активных женщин. Я рада участвовать в общественной жизни, обучаться чему-то новому, содействовать проведению различных мероприятий. Я желаю этому фонду процветания, чтобы у него было много спонсоров и доброжелателей. Так, давайте погречим максимально! Руководит фондом психолог Салтанат Мамаева. За 7 лет она протянула руку помощи многим женщинам, помогла им найти в себе силы. Был фонд «Ашлова». Идея открыть фонд появилась у меня, когда я в качестве психолога консультировала людей. Ко мне приходило очень много женщин. Они рассказывали мне о жизненных трудностях. Я прониклась их проблемами и решила открыть фонд в их поддержку. Все эти женщины – домохозяйки, которые все свое время уделяют только детям. И наша задача – помочь им влиться в общество, обрести себя. Рикши балларын мамаларына колумуздан келгенче кумек беремиз, поддержка. Мы приложим все усилия, чтобы помочь матерям, воспитывающим особенных детей. Мы всегда готовы оказать им поддержку. К примеру, предоставить им временное жилье, обеспечить бесплатным питанием. Сделаем все, что в наших силах. На торжественной церемонии матери особенных детей выразили пожелание, чтобы в Актау открылся специальный центр, оснащенный всем необходимым. Всем присутствующим вручили памятные подарки. Нужно отметить, в настоящее время в фонде зарегистрировались около 200 женщин. Ердос Кужантайло, Саламат Каипов, Дидар.